Изменить рекламную индустрию с помощью блокчейн-технологии планируют американская корпорация IBM и издательская компания Celon Media, запустив совместный проект. Новые технологии помогут прозрачно выстроить взаимоотношения между рекламодателями, издателями, агентствами и конечными потребителями рекламы. Зафиксированные договорные условия и подробности выполнения работ будут сохранены в контролируемой системе. Новый уровень прозрачности с помощью технологии блокчейн поможет рекламной индустрии справиться с высокотехнологическим мошенничеством, например, с использованием ботов или подменой доменов. Неизменность и доступность данных, уверены разработчики, позволит проводить аудит, сверку и обнаружение обмана.